Всем привет! Если у вас где-то завалялась старая ненужная клавиатура от компьютера, не спешите ее выбрасывать. В ней есть отличный материал для изготовления кивков для зимних удочек. Он ничуть не хуже лавсана, либо рентгеновской ленты. И этот материал, вот эта вот пленочка, она отлично подходит для изготовления кивочков. Итак, сегодня я вам покажу, как можно сделать хороший кивок для зимней удочки из старой нерабочей клавиатуры для компьютера. Кивок будет рессорного типа, состоять из двух частей длиной 9 сантиметров. Аккуратненько отрезаем полосочки. Вот две таких заготовочки у меня получилось. Теперь при помощи шариковой ручки делаем по центру канавку. Видно, не видно, получается вот такой вот небольшой желобок. По нему в дальнейшем будет проходить леска. Со второй заготовочкой поступаем точно так же. Дальше прикладываем одну заготовку к другой, отступаем 2,5 сантиметра и от одной заготовочки отрезаем хвостик верхний. После этого берем кусочек силиконового кембрика и делаем два колечка. Складываем обе заготовочки желобок в желобок, которая немного короче, ее ставим снизу и одеваем вот таким вот образом кембрики. Через кембрики здесь будет проходить леска. Кивочек будет очень чувствительный. После того, как это сделали, обычным шилом прокалываем с краю отверстия под леску. Ну и когда отверстие готово, можно кончик покрасить. Теперь ждем, пока лак высохнет, а в это время займемся изготовлением крепежа для удочки. Для этого мне потребуется кусочек трубки от старой капельницы, пустой стержень и термоусадка. Отрезаем кусочек капельницы, он будет одеваться на кончик удочки. Отрезаем кусочек стержня, сюда будет проходить леска. Чтобы силиконовая трубка от капельницы не деформировалась при нагревании, туда вставлю опять же вот так вот стержень. Он как раз туда плотненько входит. Дальше отрезаю кусочек термоусадочки, вставляю. И вставляю вот этот вот стерженек, в который будет проходить леска. Ну и вот что у меня получилось. Усаживаем. Ну и после того, как лак высох, остается дособирать конструкцию. Берем готовый кивок, берем термоусадку чуть большего размера, которая спокойно залазит уже на готовую конструкцию. Отрезаем нужный кусочек и собираем все это дело в одно целое. Вот эта вот нижняя трубочка, короткая, должна подходить к кивку. Вот таким вот образом выравниваем и термоусаживаем. Ну вот и все, друзья, кивок готов. Извлекаем верхний стержень. Нужно примерить к удочке. Кивок получился очень чувствительный. С помощью нижней рессоры можно регулировать чувствительность под разные мормышки, под разный вес. Ну а так, в принципе, как вы могли убедиться, несколько минут и кивочек готов. При перевозке просто его разворачиваете другой стороной и вот так вот можно транспортировать удочку. Здесь он у меня двигается. То есть можно спокойно его регулировать. После покрытия лаком иголочкой поправил отверстие для лески. В принципе, все готово. Как вы могли убедиться, ничего сложного в изготовлении кивков нету. Буквально за несколько минут получился у меня вот такой вот замечательный кивочек. Ну а на этом у меня все. Всем, кто досмотрел это видео до конца, спасибо за просмотр. Всем пока и до новых встреч, до новых видео. Всем удачи на рыбалке!